Всем привет! Вы на канале Интернет и деньги. В этом ролике я вам покажу, как пройти регистрацию в проекте Анториум, а также как пополнить баланс и создать депозит. Для этого переходим на проект Анториум. Вот здесь вот нажимаем кнопочку Open Your Account. У вас открывается новое окно. Здесь сразу же можете выбрать русский язык, но в принципе и так интуитивно все понятно. Далее вводите ваш логин, прописываете ваш email адрес. В этом поле будет прописан логин вашего вышестоящего спонсора, то есть того, кто вас пригласил в проект. Далее придумываете и прописываете пароль, повторяете пароль, проходите капчу, ставите галочку, что вы соглашаетесь с правилами проекта и нажимаете кнопочку Sign Up Now. То есть вы уже прошли регистрацию, теперь можно переходить в кабинет и создавать депозит. Давайте покажу, как это делать. Итак, вы попали в кабинет, теперь можно пополнять баланс и создавать депозит. Изначально у вас здесь все будет на английском языке, вот тут можно выбрать русский. Давайте мы так и сделаем. Нажимаю русский язык, обновляется страничка и вуаля, все на русском языке. Пополняться можно здесь двумя способами, либо через финансы, либо через вкладочку товары. Пополнение через вкладочку товары мне недоступно, потому что у меня уже создан депозит. Смотрите, если я навожу на товары, выбираю My Product, то у меня здесь будет отображаться мой депозит, мой активный пакет. У вас же здесь будут все доступные пакеты, вы можете выбрать той, на который хотите инвестировать, и через него уже пополнить здесь баланс. У меня уже, еще раз повторюсь, эта функция недоступна, поэтому я вам покажу, как пополняться через вкладочку «Финансы». Итак, переходим в раздел «Финансы». Далее здесь, как видим, есть пополнение баланса. Тут выбираем сеть, либо сеть Tron ERC-20, либо сеть эфира ERC-20. Я рекомендую выбирать сеть Tron, потому что здесь комиссии намного меньше. Я бы сказал, что они даже здесь маленькие. Все пополнения, кстати, идут в USDT, то есть это стейблкоин. Далее прописываете сумму и нажимаете кнопочку «Пополнить». Давайте я пример вам небольшой наведу, чтобы вы понимали, как это делать. Так, нажимаем «Пополнить». Далее у вас открывается вот такое окно. Как видим, все готово к пополнению. Сумма 100 USDT, сеть ERC-20. И вот здесь адрес, на который нужно перевести данную сумму. Вы можете пополняться либо с кошелька TronLink, например, как это делал я, либо с биржи Binance. Кстати, если будете пополняться через Binance, то рекомендую ставить на 1 доллар больше, чтобы учитывалась комиссия и вам сюда пришла ровная сумма. Я пополнялся через TronLink, поэтому у меня взялась комиссия именно монетками Tron. Итак, давайте я вам покажу, как это делать на примере TronLink. Открываю свой кошелек TronLink, тут выбираю USDT, далее выбираю Send, то есть отправить. Вот сюда, вот в это поле вставляю вот этот адрес, копируем его. Главное скопировать точно, все проверять, чтобы вы не ошиблись хотя бы одной циферкой, либо какую-то забыли скопировать, не дошли, потому что если вы ошибетесь, то потеряете ваши средства. Здесь нужно быть очень внимательным. Вставляете вот в это поле данный адрес, далее тут прописываете сумму, на которую пополняете. Как я уже сказал, лучше прописывать на 1 доллар больше. Далее нажимаете «Send», и после этого вот здесь нажимаете «Я совершил перевод», то есть вы перевели. Теперь сеть будет ждать 3 подтверждений, и после этих подтверждений денежка поступит к вам на баланс проекта Anthorium. Далее вы переходите в панель управления, дожидаетесь, когда денежка поступит к вам на баланс. Она будет вот здесь видна, как видим, у меня 6,60 на балансе. У вас будет та сумма, на которую вы пополнили. И, соответственно, дальше нужно создавать депозит, потому что если вы ваш депозит не создадите, то эта сумма при пополнении будет просто висеть у вас на балансе. Чтобы создать депозит, соответственно, идете в тот же раздел «Товары», выбираете «My Products». У вас тут будут все доступные пакеты. Вот у меня активный пакет. И под каждым пакетом у вас будет кнопочка «Инвестировать». Вы на нее нажимаете, ну и там далее все по инструкции. Там все адекватно расписано, так что ошибиться здесь невозможно. Вы все делаете, и все, у вас создается активный депозит. Теперь каждый день вы будете получать здесь начисления. Начисления падают вот сюда на баланс, я вам уже его, кстати, показывал. Вот 6,60 у меня на балансе, и отсюда вы уже сможете его выводить. Кстати, вывод от 10 USDT, то есть от 10 долларов, выводить тоже просто.
тот же раздел «Финансы». И вот тут, где пополнение баланса, чуть ниже есть кнопочка «Вывести». Тоже выбираете сеть, как я сказал, ERC-20. Ну, если вы, конечно же, пополняли через ERC-20, то, соответственно, выбираете ERC. Но я еще раз повторяюсь, рекомендую ERC-20. Далее вводите сумму и нажимаете кнопочку «Вывести». По регламенту проекта выплаты приходят до 48 часов, но на деле намного быстрее, потому что я смотрел в чатах, выплаты приходят и за 3, за 5 часов, то есть очень быстро. Ну что ж, я надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Если это так, то ставим ему лайк, подписываемся на канал, если еще не подписаны. Также рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, потому что все новости там выходят прежде всего. Все ссылки будут в описании. На этом все. Вы были на канале Интернет и деньги. Всем удачи и профита. Услышимся в новых видео.